Так, нет, я сам, конечно же, не участвую. Хотя поначалу участвовал там даже. Было дело. Так, что-то бомбит тут. Дверь. Так, сетка, говорят, готова, да? Ну что же, надо посмотреть, что у нас происходит в сетке здесь. Ребята. Так. Финал я нажал случайно. 1:32, ну, значит... Погодите, кто тут, что тут? Аверс куда зовет меня. Куда тут меня Аверс зовет? Ага, Скултион. Так, короче, Зиги, Out of Space, много наших флагов, я даже таких никнеймов не знаю, ни Ганш, ну, Шейму знаю, Касса знаю, Шейму теперь лично знаю, Калрейс, Контроль, Аверс, Култи, Контроль, Аверс, Култи, так, Блая ниже вижу, Блая, Матвей чуть ниже, Арктур, Матвей, Хитман, Револьвер тут есть, так, Сталинг неразим. Здорово, Миш. Давно тебя не видно. И что, блядь, такое-то происходит, ё-моё, сквозняк чертов. Мораликас сюда пришел еще. Что, отлично, сейчас я открою. Все, начинается игра. Прикрою, ладно, нафиг окно пока. Потому что дверь лучше закрыть, а то там стирка идет и не только будет потом бомбить все. Здорово, Шейм.
Ну что, ребята? 17 из СНГ игроков. Кути там что-то с Эверсом. Угорают. Гейл ХФ Алёша. Так, пилон гейт, газ, никс, киберночек. Пилон странный от Култи, который, ну, то есть, кать, просто хотят разнести, чтобы прикрыть все-таки минеральную линию от тирана рипера, то как поставят их там по разным странам от минералов. Так. Че, премиум-то не озвучивается. Странно это как-то даже. Что за херня-то? Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге. Так, отказ от, блядь, пошел. ХСМ готов. Блядь, что такое-то? Я извиняюсь, что-то у меня сейчас просто... Какие-то косяки. Ребят, спасибо за премиум. Яндек их поддерживает тоже. Так, ругай, значит, пожестче, чтобы в финале были. Спасибо тебе. Короче, не знаю, что-то... База атакована. СМ готов. Я убрал настройку. Да нет. СМ, давай, удиви меня. Высылайте подмогу. Тут во всю игру идет. Игра идет во всю, а я тут что-то не могу, блин, настроить ничего. Улучшение командного центра завершено. СМ готов. СМ готов. Кто на новенького? СМ готов. СМ готов. Подвигом готово. Аверс — лучший механизатор Европы. Ну, я сейчас крайне мало тиранов в Европе, во-первых. Во-вторых, никто из них мех не играет. Как бы, что можно сказать? Мех — это вообще специфическая такая тема. И, ну, это как похвала Аверсу. Можно смело сказать, что Аверс, то есть, играет мех на... конкурентоспособном уровне, то есть он может пробривать очень самых неплохих игроков, как бы, да, европейских, а это уже значит, что уровень замечательный, потому что мехом это крайне сложно делать, особенно протсов, офигеть, тут мины бомбят просто, сколько, 13 пробок минус, просто жесть, оракул прилетел на жок, а здесь просто авер с двумя минками дропнулся, и все печально у Култи становится вообще. Здорово, Акирыч, не знаю, пацаны, что с поддержкой, отписал в конфу, как бы, и... Что-то я даже сам вручную тыкаю на микрофончик этот, ну, ни хрена не озвучивается. Так, еще минки бомбанули. Да, ну, еще три пробки, все, забрали, фигня. Вот. Ребят, GoFSK, мы смотрим, где наши бьются, Аверс против Култи. Потому что, ну, по поводу мех-тиранов, их вообще крайне мало было, да, как бы, всегда... Раньше Гуди был давным-давно, когда я еще играл. Но он играл, как ни странно, с АПМ там 80, но при этом всем, как бы, ну, я его всегда, когда тренился в клан, пробревал. Несмотря на это не помешало ему выиграть, там, наверное, раз 10 турниров онлайн больше, чем я вообще выигрывал. Вот. Ну, и он, как бы, очень неплохо в какие-то моменты играл. Я как-то тогда, ну,
было очень много СНГ турниров, да, как бы всяких таких аналогов, там, ВСК и там таким туриком, где приз был там 3000 рублей, все аналог Starbucks'ом тогда, вот. Мне как-то больше им внимания всегда хотелось уделить, что на самом деле, ну, со своими прикольнее биться. Короче, Аверс нормально, нормально в метку он играет, сейчас совершенно другой уровень, тем более играет, понятное дело. Так, приходит Тором с Либератором, с Мариками, какой-то интересный тут вкус такой идет. Но, блин, Тором надо выбивать здесь, Тором в первую очередь. Только Мариками вперед не лезть ни в коем случае. Подстраивает култигрелки. Здесь Марики идут сюда. Здесь туретка нужна. Ребята, здесь нужна туретка. Тора за контроль, Аверс. Вот это контроль. Засадил, самоуничтожился. Ну, потому что поздно законтролил. Это видно было сейчас. И в итоге вот вы видите, к чему это привело. Вовремя не заметил, что происходит. Так, здесь Мариками отогнал. Либератор, кстати, просто затренится, терпел. Тор-то будет еще, вот один еще Тор идет. Ну, было бы два уже, представьте здесь. И это было бы просто великолепно. Вот. Так, здесь что-то у нас под оверчарж. Аверс попер. Туретка еще бункер один. Ну, туретка против вот грелочек всяких поможет неплохо. Бункер криво строит, так что в итоге достает до него. Кстати, какой рейндж у Тора вообще атаки? 7 минут, да? На землю, да? Да. То есть... при грамотном позиционировании можно, ну, здесь чуть вперед выдвигается, например, фотонка от пилона, можно с ней перестреливаться так, чтобы оверчарж в зону не попадать. Чуть Тором Аверс тут крошит спокойно. Что за херня-то, ё-мо? Бункер достроил, рабочих здесь вообще не осталось. А, не, есть два, вру я, есть два рабочих. Есть кому очень. Сейчас будет пытаться култи пробрить Тора этого. Надо уйти назад. Ну, три грелки, они слишком мощно по Тору атакуют. И все, здесь, короче, прессинг закончен, получается. Турук? Ну, Турук не был никогда чисто мех-тираном. Вот. Так же, как, например, и MVP в свое время GSL брал, и Innovation брал, и вот сейчас Гумиху взял. Мехом, например, даже финал, да, взял. Но он не чистый мех-тиран. То есть Аверс играет мехом против всех рас в любом случае. Вот так. Практически как бы. А, ну, тот же Гумих, он, ну, не играет с процами в мех. И ТВТ, он ТВТ еще, ладно, он может сыграть. На наши зомби напали. Так, а что с Твичом? Пусть не будет. Твич давным-давно есть уже, правда, что-то на Team Liquid. Пристройка. Ноль зрителей всего написано, я не знаю. Странно. Твич давным-давно включен. Так, а в чем дело-то? А почему Твич-то не работает? Пристройка завершена. СМ готов. Блять, что такое? Это не понятно. Что-то сегодня вообще какое-то. Поддержка не озвучивается. Твич что-то вообще не работает. А они пытаться будут. Пошел Твич, пошел Твич, Твич, все нормально, только с озвучкой. Этот Твич почему-то автоматически не рестартнулся, я не понял почему. Честно говоря. Ну, он сейчас вроде по стоп-старт, пожалуй. Все нормально. Так, четвертую Аверс занимает. Вот, посмотрите, он играет с процом мех, и у него как бы все в порядке здесь. И две армори апгрейды делаются, и все устроится, все работает. Но и култи, в свою очередь, смотрите, он пытается в армаду выйти. Причем Аверс это видит прекрасно. Что можно сказать по поводу армады? Вот сейчас Аверса может просто култи
вот этой хренью, например, разгромить, потому что здесь, простите, сминки есть, которые тоже недооценивать ни в коем случае не стоит. Вот. Но по интерсепторам-то минки, ну, они не будут эффективны слишком. Плюс вот к этой армаде можно все, что в перспективе напилить. Можно напилить просто темпестов некоторое количество, и все будет замечательно. Так, здесь либератор просто такой пью-пью делают. 7 рабочих уже он минуснул. Прилетел культ и выбил. Все-таки вот две, с двух, кстати говоря, кибернеток делаются апгрейды. А у Аверса уже батл-крузеры пошли. То есть мы сейчас увидим карьеры против батл-крузеров. Когда такое было-то вообще? Все, пошел. Видишь, отлично. Да свершится правосудие. Я не понимаю, он то онлайн, то падает, короче. То онлайн, то падает. Что происходит вообще? Так, ну тут Култи что-то вынес, то, что здесь рядом было, напрягало базу. Полетел куда-то там к Аверсу, Аверс тут в наглую ТЦ-шки по всей карте ставит. По 5 батл-крузеров, ну тут... Не, ну масс батл-крузеры сейчас, это просто, это не первый StarCraft, где их фидбэчит, где их просто немерено юнитов, по ним бонус там имеет, ну то есть не бонус, а их контрит как бы упротся. Здесь такого нет, их сейчас не за фидбэч, у них нет никакой энергии, во-первых. Во-вторых, ну, они получаются батлкрузеры, они и маты им гораздо проще пулять, чем в первом старике. В первом там надо по два взять батлкрузера, стрельнуть в карьер просто, попасть по нему получает, ну то есть попасть в карьеров там правильно, то есть по два выбрать, там, прикиньте, 12, надо 6 контролов по два, так чик-чик-чик грамотно стрельнуть, а здесь просто берешься и одной кнопкой во всех накидал по очереди, просто быстренько и матку, и все нормально получилось. Ваши войска атакованы. Так, телепортируются батлы. Ну, Паверс там пару-тройку грелок забрал, смотрите, и ушел просто. Батл-крузеров уже 8 штук. Сейчас еще 5 будет, короче. То есть будет 13 батлов. Ну, Култи надо... Вот, темписты, да, ему нужны против батлов. Темписты нужны. Так, здесь танки засиделись. Их надо чем-то выбить, они иначе тут сами все выйдут нахрен. Очень жестко они строят. Култи вынужден лететь всеми юнитами вперед, сейчас танки разобрать, что за чувство вообще. Зевок, звуки умудрились танком пробежать. Крошил вроде. Танки 83, пробки золота добываются. Шейм, все в порядке. Не знаю, пацаны, что с плечом, а сегодня какие-то косяки вообще жесткие. Я не знаю, в чем дело, если честно. Минус интерцептор, минка залп успела сделать. Напоследок 14 батл-крузеров у Аверса есть. 3-2 грейды на воздух. Так, это куда? По мазершипу или почему там Ямат пошел? По мазершипу, по темпестам, по всему там Ямато прошла. Посмотрите, как батлы просто. 3 только погибло. А сколько, да, тиран, какой дэмэдж нанес Процу? А что здесь? Шторм не поможет? Ни хрена тут не поможет. Култи решил, что пора вперед полететь здесь.
Темпестов у меня сколько? 4 штучки есть. Летит вперед, цеха падает. Секунду буквально. Вот они, батлы. У многих Ямато там на хдхе поперло. Так, одного до того, как Ямато стрелял батла, вообще культ избрил. Штормы пошли, тут пытается. Не, ну так в лоб-то драться вообще не вариант. Конечно, темпесты плюс все это дело громит батлов. Зря сейчас Авиас вообще бой принял. Надо ждать было Ямато по ходу дела и тогда уже идти вперед. Здесь не успевает стрельнуть дальним батлкрузером вообще. Минки делают залп. Тут, короче, все падает и... Ну, это плохо, что-то говорить. Ой, темпесты сейчас замассируют просто. Надо залп делать, не успевает одним батлкрузером. Просто отдавать батлкрузер на то, чтобы попытаться Ямато кинуть. Не очень хорошо, на самом деле. Так, культи 9 темпестов уже еще перестроят. Скайрер, кстати, почти не осталось. Маверс пытается батлов за нас. Не, батлы, да, важны. Вот какого юнита ему очень сильно сейчас не хватало Аверсу против культи. Почему? Потому что Рейвен в хлам контрит темпестов. То есть он ставит этот дефенс дрон, и темпестов выстрелы сбиваются просто. Так, 98 пробок у Култи. Инкам давайте посмотрим. Просто сейчас как все приедет сюда. Это жесть вообще какая-то. Здесь дарки что-то рубят, удалить все. Турец пытается Култи срубить. Не, ну так просто не срубить. Да, каминки принимают здесь. Что-то зелки везде стоят. Все, добыча везде началась. Да, везде добывается. Все, здесь криот Култи всегда вот этим отличался. Вот фотонка стоит, не дает нормальный минерал вот так добывать. Все, вокруг там носят. Здесь Нексус, по-моему, дальше, чем надо стоит, можно было чуть ниже его поставить, не уверен в этом моменте. Так, добавляю еще 300 таргета, вот отсюда надо давно уже сюда перевести часть рабочих, поэтому инкам чуть проседает. Ну, все равно, блин, 1700 газа на 2500 минералов, то есть запас копится просто нереальной скоростью. Здесь 8 батлов, 8 рейвенов, 3 гаста, вперед идет, здесь 2 кайра, 12 темпсов. Так, Гаунлета не знаю пока. Я думаю, вчера он там был. Скорее всего, не буду ничего сегодня по поиска стримить. Ну, посмотрим, что там, в какой стадии будет по окончанию данного турнира. Ой, там Блайт, получается. Все, отыграл свое. Так, батлы летят вперед. Здесь Пулфи сливает этих. Так. Дефенс дронов. Просто нереальное количество. Минки под темпестами. Тихо пытается свалить. Ох, залп просто батла. Прикинь, сколько темпистов, да, здесь. Ну, темпистов тоже выносит просто нереальными темпистами. Нереальными темпами, нереальными темпистами. Темпистов вполне реальные, благодаря Ямато. Теперь самое прикол, что просто уже и получается и в землю-то особо не перейти. Ему придется воздух строить. Карьер, кстати, строить и карьер. Потери вот... хотя потери близки, на самом деле, очень даже. Будет выигрывать тот, кого экономика лучше.
ульти сейчас развалился. Тут стек батлов остался, как бы. Помимо батлов, там юнитов много. Наши КСМ атакованы. Ваши войска атакованы. Со мной. Так, попытался в очередной раз врубить твич. Не знаю, как бы будет работать или нет. Опять Аверс пришел. Но сейчас Аверс не голых батлов, он намиксовал много-много всего. Тут 3-3 воздух, кстати, трейды. 3-2 земля и акулти очень тяжело что-либо сделать. Вот, посмотрите, здесь пробки. Вообще ничего не добывает, надо давно вниз перевести, я уже об этом говорил. Так, ГГ дропа стрима, какие дропы стрима, ГГ, о чем ты вообще говоришь? Твичук не работает. Короче, Култи еще пробок здесь потерял, Аверс на последний идет. Слава тут заряжает, блин, Ямато плюс дети Сикера. Просто жесть, как Кайр просто у нас Авер. Ульти 29 в робок остался. Это ГГ, ребята. Теперь уже и потери 7000 разницы стали. Хелбат приходит на дальнюю базу вообще. Да, что там дропается? На каком качестве дропается? Не знаю, мне ничего не дропается вообще. Вроде как. Я выхожу из тени. Так, и твич вроде стал работать. На наши зомби напали. Так, ну карреров 9 штук, 3-4 века. А тут много-много всего. Так, дарк, хелбатов ловят. Земля, не грейджена, пути вообще. Дарками отбил, как хелбат. Пытается пути вперед. Здесь Ямато есть, здесь викинг есть. Тут все есть, что нужно для победы. Штурмовики где-то сбоку вообще. Ох, по кайрам прилетает, ну-ка. Батлы плюс викинги, да это хлам вообще, ребята. Не фритесь. Сколько батлов, кайреров погибло. 20 кайреров, 21, 19 батлкрузеров. Там и 15 темпестов, жесть, вообще какой замес. Так, не знаю, ребят, в чем прикол. У всех это так или у кого-то отдельно. Я могу только стоп-старт попробовать сделать, но к чему это может помочь, как бы, я вот даже не знаю, если честно. И может ли это чему-то помочь, у меня очень большие сомнения.
Ну вот на исходном у меня не дропается. Смотрите. Не знаю, в конфе мне никто не отвечает, просто вот, как бы, видимо, никого на месте нет сейчас. Смотрите, исходное, как бы, или другое какое-то качество, я не знаю. Ну, кстати, у меня и Twitch дропается, что-то, если честно. Давайте стоп-старт попробую сделать. Хер ли тут говорить сейчас, тогда, ну... Через 2 минуты упадет стрим, и потом через 2 минуты вернется он. Для вас. Это будет в прямом эфире.